Я отпустила человека, которому была прикована цепями и приварена сваркой. Я отказалась от человека, который был для меня всем кислородом мира. Который был тем самым ритмичным барабанным боем в моем сердце. И если вы хотите меня чем-то напугать, то, скорее всего, вы опоздали. Я страшный человек. Потому что я научилась уходить. И научилась ставить блок. Там, где сердце не хочет. Потому что в какой-то момент в своей жизни я поняла. Если выбирать у себя, это очень больно. Но больнее быть человеком, который ежедневно выбирает не тебя. А что дальше? Не знаю. Время покажет. Только время.